Осень-зима 2016-17. В Бишкеке состоялся модный показ, на котором были представлены 11 отечественных брендов. От классики до концептуального стиля. А в тренде – бархат. Ширина Санакунова с подробностями. Безусловно, у каждого дизайнера есть свой стиль. Но все они следуют мировым тенденциям. И поскольку в этом году в моде бархат Total Look, бренд Sonon представил наряды из этой ткани. Бархат в синем, фиолетовом – это дизайнерская компания на рынке уже 10 лет. Все новое – это хорошо забытое старое. Бархат мы уже носили. В этом сезоне он будет ярких цветов, цветов нюд. Поэтому будет тепло и будет смотреться очень роскошно и дорого. А наряды от модельера Яны Гайдай не оставили равнодушными никого. Девушки готовы были разобрать все сразу после показа. Но в продаже они в шоуруме «Модный дом» только с сегодняшнего дня, как и вся другая одежда от дизайнеров. Концептуальный стиль у Луши Джол может не каждый себе и позволил бы примерить, но ее наряды можно отнести к категории от кутюр, то есть самого высшего класса. Она участница престижного конкурса «Pinext». Чтобы вам показать такое. Кстати, у нас сегодня выступают и мальчики, скажем так, потому что я хотела и мальчиков как-то чуть-чуть переодеть, скажем так. У нас вот пальто, скажем так, я из нашей этники кыргызской взяла только элемент какой-то войлока. Ну, ткани такие взяла. Для офисных леди и любителей минимализма подойдет одежда классического кроя Салтанат Мамытова. Ее наряды закрыты, но соблазнительны. Придают женственность их обладательницам. В них можно и на работу, и с корабля на бал. А Гульнур Фэшн живет и работает в Австрии. Там же устраивает свои показы, а создает она образы в европейском классическом стиле. Восточные и легкие образы от Кеши Лук, нежные платья от Айман Шолпан, наряды от бренда Калибри, ну и, конечно же, чувственная коллекция от Браво Лэб. Прекрасное настроение. Я думаю, что таких мероприятий в нашей жизни должно быть много. И хотелось бы, чтобы побольше такого происходило в нашем городе. А вы бы такую одежду носили? Да, мне очень понравилась коллекция Браво Лэб. Девчонки, вы крутые. Мне кажется, что нашим дизайнерам нужно быть еще смелее. А купив эти футболки и толстовки в модном доме, можно помочь онкобольным детям. Мода с сердцем. Это рисунки онкобольных детей. Мы продаем совместно с шоурумом «Модный дом» и шоурум «Соул». У каждой девушки должен быть свой стиль, а наряд – отражать ее внутренние ощущения, говорят эксперты. Так что дизайнерская одежда – это еще и эксклюзивность, и индивидуальность. Ширина Санакунова, Бекназар Шерманбетов, Азамат Кудыртоктоев, Общественный первый канал.